ребят, самый вкусный рецепт спагетти с тушенкой. Жарим лук. К луку добавляем чеснок. Жарим вместе. По поводу спагетти я всегда беру вот эти, которые варятся 4 минуты. Они такие тоненькие, очень классные. Всякие жилки, мусор оставили. Тушенку забираем и соединяем. Так, из специй добавим приправу к мясу и паприку. А вместо соли у меня идет соевый соус, который придает нереально вкусный аромат. И все, ребят, перемешиваем и тушим под закрытой крышечкой. Все, ребят, ваши обычные макароны с тушенкой приобретают нереальный вкус. Круче, чем во всяких ресторанах. Ну, там, конечно, такое не подают, но домашние будут в восторге. Становится мгновенно. К тому же все знают, что у меня и так полно друзей. Даже Кэрол. Да, Кэрол? Друзья, всем привет! Сейчас, наверное, самый долгожданный момент, которого мы ждали с вами целую неделю, это подведение итогов. Сразу хочется сказать, что в этом марафоне нет победителей, нет проигравших, потому что мы с вами с самого утра сегодня обсуждаем, что статистика взлетела у всех. Неважно, у вас было 100 тысяч подписчиков, почти миллион, 500 человек, 100 человек, статистика взлетает в разы. Поэтому я поздравляю всех с участием, вы все уже выиграли свою минуту славы, потому что этот хэштег «Волшебный тюнинг из гор», который придумал, он приносит удачу, приносит много просмотров, очень много новых людей к вам заходит, смотрит вас. И это все работает на плюс моей, вашей, вообще каждого из нас статистики. Поэтому проигравших нет, каждый в плюсе от этого марафона, это точно. Да, и вы знаете, что почти все сейчас продают марафоны. Кто-то за 200 рублей, кто-то за 1000, кто-то за 2000 ход. У кого-то 4000 стоит вход в марафон, он проходит в WhatsApp и так далее. То есть почти все марафоны, ребята, они обычно платные. И там тебе дают советы, говорят, что делать, загрузить фотки и так далее. Я считаю, что наш марафон «Тюнинг из гор», который я основала 3 года назад, он такой один в своем роде. Конечно, у меня потом было много последователей, чему я очень рада, что смогла вдохновить и подать хороший пример, как себя нужно вести. В общем, этот марафон единственный в таком роде, аналогов нет, где бесплатно, ты ни рубля не платишь. Тебя учат, как на ровном месте, сидя дома на карантине, стать еще известнее, еще круче и заявить о себе миру. То есть это бесплатный пример, бесплатная перезагрузка своего Инстаграма. Поэтому я считаю, что тут нужно только радоваться тому, чтобы поучаствовать, и нужно срочно тем, кто, допустим, что-то не выиграл или даже не присоединился, с завтрашнего дня присоединяться к нашим рядам. Так что я вас всех поздравляю с бесплатным прохождением уникального марафона, где вас каждый день учили краситься, показывали идею и так далее, и вдохновляли, заряжали. Я всю ночь придумывала образы, раздаю свои собственные деньги, у нас нет ни одного спонсора, там, знаете, вот, подпишитесь на него, вот, поэтому, друзья, то есть это уникального рода марафон, где вы бесплатно стали еще лучше, еще круче. И радоваться за тех, кого я сейчас назову. Я выбрала своих фаворитов. Это люди, которые случайным образом попались мне под глазками, которых я листала в течение всей недели, сегодня ночью, в течение суток искала, выискивала. И это вот мои фавориты. Итак, первая тройка, с которой бы я вас хотела познакомить, это 3 человека, которые выиграли первую ступень у меня, вторую и третью. Первая — это база, вторая ступень — это повышение, третья ступень — это тоже повышение квалификации. Сейчас я покажу, кто эти 3 счастливчика. Надеюсь, что вы рады за девочек, а я продолжаю. Следующая тройка лидеров, на мой взгляд, потому что мой марафон, и все выбиралось на мой взгляд, это обучение у Аиды Кати в школе Гуара Ритисян Бьюти, обучение у Марии, обучение у Кабира. Вот следующие 3 победителя, встречайте.
Надеюсь, что за этих девочек вы тоже рады. Обратите внимание, что подписчики ну, не подписчики, а победители, да, это совершенно разного рода деятельности люди. Кто-то там вот просто с дочкой любитель, кто-то визажист, кто-то второй раз в жизни, наверное, кисти в руках держал. Конечно, больше есть визажистов, но этот конкурс связан с макияжем. Неудивительно, ребят. Мы же с вами не пельмень тут готовим, чтобы было удивительно, что одни визажисты участвуют, поэтому да, это да. Вот, и вы знаете, я вот выбирала, вот как, ну, вот шоу «Ну-ка, все вместе», да, вот там вот бывает, приходит очень известный певец, вот нереально известный, вот прям, а к нему встают 50 человек. И приходит какая-нибудь девчонка, лучезарная, солнечная, которые встают практически 99-100 человек. В общем, на этом примере хочу сказать, что неизвестность не играла значения, не количество подписчиков, а именно вот я выбирала, вот чтобы победители были солнечные, классные. Ну, в общем, к чему я веду? К тому, что для меня энергетика человека, она тоже очень важна. И, конечно, среди тех, у кого много подписчиков, очень много, вот, даже мало подписчиков есть те, которые, ну, вот энергетически, но не совпало. Я вот старалась выбирать сердцем, а у меня два сердечка, я и сынок. Мы вдвоем старались выбирать именно тех фаворитов, в котором у нас лежит душа. Не просто, ребят, потому что я обязана дать кому-то призовое место, потому что человек известный, нет. Только тем, кого я считала самыми достойными призовых мест. Так же мне очень-очень понравилась, ребят, девочка. Ой, какая же она солнечная, такая молодая. Несмотря на то, что все малышечку уже борется с раком. И я, когда увидела ее солнечное лицо сегодня утром, думаю, боже, она тоже обязательно достойна призового места. Поэтому следующее у нас с вами получается еще... Я обещала 10 денежных призов, но сделала 13. И следующие 13 победителей открывает вот эта вот прекрасная солнечная девочка. Ну и, друзья, финальные 12 участниц, которые забирают по 5000 рублей денежные призы. Сейчас я с вами поделюсь ссылками и аккаунтами победителей. Так, я надеюсь, что вы рады за всех, кого я выделила. Если вдруг по каким-то причинам я еще не пролайкала вашу публикацию, Инстаграм ставит мне ограничения, то продолжайте писать мне в Директ, ну, либо в Директ присылайте свои работы. Я постараюсь пролайкать, если Инстаграм не позволит, потому что он ставит реально жесткие ограничения. В комментариях пишите: «Гуар, ну посмотри мои работы», потому что я могла, ну, не заметить среди таких сотен тысяч работ. Но вы помните, что для меня реально проигравших нет, вы все огромные молодцы. Кстати, у меня пожелание для всех, кто присоединяется к нам с завтрашнего дня. Ребят, пожалуйста, среди тех, кого хотела наградить, было очень много работ, где макияж я так и не увидела за огромным количеством фотошопа, даже на видео и так далее. Пожалуйста, чем меньше фотошопа, тем больше шансов, что я увижу чистоту вашей работы и решу наградить. Вот, поэтому прям у многих прям плывет синий-фиолетовый, видно, что он там фейстюни докрашен и так далее. Все, ребят. Все. Очень прошу вас не расстраиваться, если по каким-то... Ну, если вас пока не заметили, продолжайте. В следующем марафоне заметим. Уверен, что еще один марафон будет точно. Может быть, даже еще два проведем. Но один будет точно. Я готовлю очень интересным образом. У меня куча идей в голове. Поэтому завтрашнего дня, завтрашнего утра жду всех срочно в моих сторисах. Мы начинаем новый сезон. Будем биться дальше. А те, кто выиграли, тоже не расслабляйтесь. Участвуйте дальше. Может, еще круче подарки выиграете. Ну и, конечно же, не могу не отметить, ребят, того, что к нам присоединились нереально известные визажисты, присоединились блогеры, известные люди, вот Амина Даудова, Ева Белоян, Валерия Свириденко, девочка, которая у меня уже училась с Казахстана, у нас была Милана, да, с Дагестана, и вообще девочки из Казахстана, спасибо вам огромное, столько участников, и мальчики были в марафоне, нереально огромное количество талантов, ребят, участвовало, это не может меня не радовать, это делает меня счастливой. Спасибо большое, что вы были с нами. Продолжайте. Также молодцы девочки из моей команды, Мари, Тахмина, девчонки, я вами горжусь. Надеюсь, что Гуарвисен Бьюти, вы там все сидите дома, давайте присоединяйтесь, бесстыжие. Завтрашнего дня всех жду. Ребят, а еще самая главная новость. Благодаря марафону Тюнингу из Гуар я нашла еще одну звездочку в мою команду. Это Анна Григорьева из города Самара, которая участвовала в моих марафонах ранее, выиграла обучение, приехала
в Москву. После этого я в нее влюбилась, потому что обычно в мою команду попадают только те, кто прошел у меня обучение. И приняла я решение, что она теперь будет работать в моей команде. Она также участвовала в этом марафоне. Анна, милая, мы тебя поздравляем. Welcome to Garrison Beauty. Добро пожаловать в мою команду. Я безумно благодарна этому марафону за то, что он помогает мне отыскивать таких талантливых людей, девочек со всей России. Да у нас и Греция участвовала, Казахстан, Украина. Просто все страны СНГ, все, кто понимает по-русски, участвовали. Да все страны мира, друзья. Поэтому ура, ура, еще раз ура.